В Орске до 1 июня должны снести аварийные дома, а после вывести весь строительный мусор. На сайте госзакупок разыгран соответствующий лот, в котором заказчиком выступило Управление жилищно-коммунального дорожного хозяйства и транспорта администрации города Орска. Цена контракта – более 4,5 миллионов рублей. Согласно документам, до начала лета должны снести аварийные дома в переулках Зеленый, Клубный, Нежинский, на проспекте Никельщиков, на улицах Глеба Успенского, Гомельской, Гончарова, Запорожской, Земнюхова, Московской и других. Подрядчик обязан вывести строительный мусор на полигон бытовых отходов.